Здравствуйте, друзья, доброе утро. Вы видите, не успеет, понимаешь, немножко похолодать, как сразу солнышко. И, в общем-то, да, я так на всякий случай утеплился, но думаю, мало ли что. Жена говорит, ты как на огород едешь. Ну, не знаю, а я на работу еду. Может, я работаю на огороде. В принципе, мы на Ниве работаем, просвещение. Там сеем разумное, доброе, вечное, собираем и... Значит, отдаем индустрии айтишной. Так вот, с утра сегодня я подвесил еще одно архивное видео, о котором я хочу немножко рассказать. Там история есть. Оно уже висит, это съемка 2000 года. Хорошее было время, знаете, еще до всяких вот обвалов интернет-бума. Хорошо было, давайте я на дорогу переведу. Так, чтобы нам не слепило в глазки. Так вот, был 2000 год. И было это уже 2 года спустя, после выхода вот той передачи, которую я на днях подвесил, 98 года, вот на телевидении WMNB. Но в 98 году съемочная группа ехала по Калифорнии, там они из Лос-Анджелеса, уж не знаю, куда дальше ехали, но, в общем, доехали до нас, и у нас сняли сюжет, которые вы видели, я надеюсь. И там, где Дмитрий Полетаев такой стоит, значит, в коричневой кожаной куртке. Сняли они этот сюжет, уехали. А знаете как получается? Тут вот это телевидение WMNB, оно было единственным русскоязычным спутниковым телевидением в то время. И его смотрела вся страна, вся, так сказать, русская Америка. В то время еще было довольно много, не так, как сейчас, конечно, пожилых людей, пенсионеров, для которых вся жизнь была в этом канале, он у них сутками там, значит, стоял, что-то вещал, и как-то создавало ощущение жизни. Я могу сказать, что мои родители смотрели, и Светины тоже, и, в общем, потом они еще, знаете, как живут в таких домах субсидированных, и там на крыше прям антенку бабах, и разводится по дому, все, кто хочет, могут смотреть. В общем, как бы целая такая комьюнити создается в этом доме, они выходят там на лавочке посидеть, обсуждают передачи. Ну, то есть, вот это русское телевидение спутниковое, это была жизнь, это было много, это дорого стоило, так сказать. Вот. Да, а в смысле по деньгам тоже оно чего-то стоило, типа долларов 40 в месяц, примерно так. Оно и сейчас, собственно, так работает, то есть оно уже не называется WMNB, а там у них произошло слияние с другой компанией в какой-то момент, и оно сейчас называется RTN, по-моему, насколько я помню. Оно сейчас тоже есть и тоже стоит вот там этих долларов 40-50, я не знаю, сколько стоит, но вот Светина мама, например, вот ей 94 года, у нее тоже стоит вот как бы там, я, ну, не знаю, насколько она смотрит, но вот женщина, которая у нее по обслуживанию, там, care-провайдер, значит, она смотрит с удовольствием. То есть это телевидение, которое на Ютубе, его не найдешь, оно вот так доступно. Так вот, о чем у нас разговор, что проходит 2 года. За это время жена Дмитрия Полетаева заинтересовалась тестированием, сразу после первой передачи, там стала тоже тестировать программное обеспечение. Я чувствую, что у них материальное положение, наверное, улучшилось, я надеюсь. В общем, так у нас какая-то, сказать, можно сказать, дружба. И... Да, а родителям приятно было, когда передача вышла. Знаешь, соседи говорят, ой, мы видели там вашего сына, вашу дочь там и так далее. Всем приятно. Ну, хорошо. Значит, проходит 2 года, я думаю, ну, давай еще раз сделаем. Или там предложение было с той стороны. Я сейчас не помню, как возникло, но мы сказали себе, а что, нормально, поехали в Нью-Йорк, там погуляем по Нью-Йорку, заодно зайдем там передачу снимем. Все это не готовилось никак, в том смысле, что с нашей стороны, то есть... Я просто отвечал на вопросы, а, наверное, у Дмитрия Полетаева, наверное, какой-то скрипт там был. И нам тут же на месте записали кассету. То есть, когда мы отсняли это все, нам дали кассету. И вот то, что вы видите в этом видео, которое я с утра, значит, поставил грузиться, это то, что было на той кассете. Почему это важно? Потому что больше ничего не было, кроме той кассеты. В это время происходил такой процесс. Появлялось больше каналов кабельного
кабель спутникового русскоязычного телевидения. В частности, очень успешно продвигался канал НТВ. Тот еще НТВ, да, вот. Значит, вы понимаете, о каком речь идет. Значит, какой-то допутинский. И вот, значит, этот еще Гусинского НТВ. Вот этот НТВ, International, и как он там назывался, он очень успешно двигался по Америке, но WMNB и НТВ шли через разные антенны, через разные спутники. Разные спутники, конечно. Но, соответственно, значит, как бы, да, получается, что если ты хочешь смотреть два, то надо иметь две антенны, чтобы в разные стороны направленные были. Ну, в общем, некоторые неудобства в этом состояло. И говорили, что вообще надо их всех там на одну антенну повесить, на один спутник повесить, и одной антенной всех принимать, и вот как-то к этому вроде бы шло. Но, во всяком случае, произошел такой интересный момент. Технически говорили, что вот НТВ не продлило вовремя контракт с DirecTV, который вот как раз спутник держит. Ну, не знаю, вот ощущение подковерности присутствовало. В общем, в один день прекратилось вещание. То есть, вот нет, не передается. То есть, может, они там что-то пишут у себя в студии, мы не знаем, но вещания больше нет. Проходит там пару недель, и вместо этого вещания идет, что вы себе думаете, НТВ. Вот ты включаешь WMNB, вот этот канал, а идет НТВ. Значит, и вот в этот самый момент мы как бы оказались там в студии. А там еще мало того, там еще какое-то у них было то ли слияние, то ли перекупание, кто-то их там перекупал. В общем, какие-то сложные там коммерческие завязки. НТВ в итоге выжило. Я хочу сказать, что там пришел дяденька один, американский инвестор, там начальник. Вот он все это дело вернул, там кого-то судил, там еще чего-то. В общем, все это как-то начало снова жить. А потом уже слилось с RTN, и вот мы это сейчас все видим на экранах, если кто платит там за подписку. Но в тот момент, что произошло, мы приехали, и дело было в пятницу. Уж не помню там, какое число, что, чего, но была пятница. И в эту пятницу шла съемка. Вот они нас сняли, и мы себе поехали вечером. В этот день мы уже улетели. С мыслью о том, что в субботу должна передача выходить. А в субботу передача не вышла, потому что как раз вот WMNB отключили от вещания. Ну или там, как она в тот момент называлась, потому что опять там какая-то реорганизация шла. Реорганизация это была типа бардак. То есть мы приезжаем по адресу, у нас договорено с Полетаевым. Значит, мы приезжаем, заходим, ну какой-то офис и... Говорим, вот мы там ищем Полетаева. Сидит парень, американец. Такой здоровенный такой парнище сидит. Мы говорим, нам Полетаева там. Он говорит, а кто это? Мы говорим, ну как же, вот тут у вас работает. Тот говорит, я, говорит, даже не знаю. Пошел что-то искать, ничего не нашел. Вот, короче, до тех пор, пока сам Полетаев, значит, не оказался где-то проходящим там по офису, так никто не мог его найти. Вот, и мы говорим, а как же вот тут люди, он, говорит, рукой машет, говорит, ладно, говорит, пойдем. Там было вообще довольно трогательно, в том смысле, что какие-то ностальгические моменты возникали. Например, те из вас, кто постарше, помнят, был такой спортивный комментатор, звали его Наум Дымарский. Ну, то есть я не говорю там про Озерова там или там, были еще люди известные. Но вот Наум Дымарский был такой вполне известный себе, значит, такой... спортивный обозреватель на советском телевидении. Я уж не помню там какие каналы и программы, но в общем был такой человек. И как бы лицом был тоже известный. И вот так мы сидим, там вдруг там ходит этот Наум Дымарский. Причем он такой был в таком очень домашнем виде, там чуть ли не в тапочках, так как-то так по-семейному так он как там двигался. Да. Я сейчас испытываю вот похожие, так сказать, на его чувства, потому что люди, которые привыкли там, к моему образу на экране, они так приходят, тоже так смотрят вот на меня, вот, и так иногда говорят, можно вас потрогать. Вот я был в таком состоянии в тот момент. Собственно, и Полетаев был известным человеком. Я уже не могу сказать точно, на каком там из каналов он
был диктором в советском телевидении, но он абсолютно был узнаваемым. То есть я не знаю точно вот этих, это его судьбы, в каких передачах там или где он там был, но это был человек, которого не только в лицо, но и по имени знали. Вот, и вдруг это, значит, Наум Дымарский, это было очень трогательно все. Вот. Ну, короче, мы нашлись. А мы еще гостиницу сняли рядышком. По-моему, даже мы чуть ли не пешком пришли из гостиницы туда на съемку на эту. Вот. Таким образом, то, что вы увидели, или уже увидели, или можете еще посмотреть, если захотите, настроение будет, это некоторая такая историческая вещь, которая была снята, но не попала в эфир. Я не хочу сказать, что от того, что она попала в эфир, что-то бы кардинально изменилось. Тем более сегодня, когда мы там 17 лет спустя, там 16 на это смотрим. Но все равно, вот я сам с интересом смотрю и думаю, надо же, 2 года назад у меня была такая здоровенная ряха. А тут такой вроде похудевший. Это от того, что диабет. И я начал там на диеты садиться, худеть, поскольку при диабете второго типа лишний вес — это как бы лишний инсулин, который тебе нужен. В общем, надо было худеть, и я там как мог худел. И вот эта разница в лице видна. Не только потому, что там расширяет, когда с 3 на 4 переходишь там на 16 на 9, но все равно расширяет. Но как бы похудел, да. В общем, такая вот история. Я подумал, что само по себе видео, конечно, это просто видео, но поскольку к нему есть история, то скрывать эту историю было бы неправильно, потому что она по-своему прикольная. Вот, наверное, и все. Рассказал вам. И так, приятного просмотра. Там минут 20 всего этого хозяйства. Почему-то вот оно 360 там разрешение не очень хорошее. Ну вот как есть. То есть это то, как мы его когда-то переписали с кассеты VHS. Была кассета VHS, и как-то мы его перегнали, я уже не помню. У меня была камера большая такая, знаете, здоровенная, на плечо. И в эту камеру просто вставлялась кассета VHS. По-моему, вот я и перегнал. Там был выход цифровой. Я с помощью камеры и перегнал. Так что вот такая вот история. Ну все, ребят, счастливо!